И всем привет, дорогие друзья, гости столицы. Вашему вниманию предоставляем очередное прохождение The Last of Us, хотел сказать. Потому что о нем думаю, потому что оно скоро уже тоже будет, я думаю, на следующем стриме. А сегодня от Assassin's Creed. Так, сегодня стрим без камеры. Первые две серии сделаю без камеры, потому что дебил забыл зарядить ее. Так что не обижайтесь, сегодня будет без камеры стрим. Ага. Значит, спасибо всем. 4000 онлайн. 7 минут назад началась трансляция, а ты, мой дружок, и напомню тебе, что сайт с мерчем уже открылся. И по ссылочке внизу в описании ты можешь заказать самый обезухительный мерч со скидкой 25%. Футболки по 700 рублей, это, конечно, сильно, да. Здравствуйте. Значит, что мы делаем? Мы с вами сегодня держим напругу по полной программе в игре Assassin's Creed. Потому что хочется погрузиться, хочется как можно больше проходить эту замечательную игрушечку. И с тебя, как всегда, чай, кофе потанцуем, водка, пиво полежим. Лайк, комментарий, а я пошел. И поехали. Короче, я все делаю бесшумно, я бесшумно убийца. Гарнье мертв. Тогда возвращайся в Масиаф и доложи о своей победе. Я хотел спросить. Тогда спрашивай. Или ты хочешь, чтобы я читал мысли? Как ты думаешь, что ему было нужно от этих людей? Он бы продолжил на них свои эксперименты? Ты должен действовать, а не спрашивать, Альтаир. Важно не что он делал и почему, а то, что он мертв. Но, похоже, он верил, что помогал этим людям. А это ли ты видел? Нет. То, что я видел, не было храмом здоровья. Скорее, боли. Тогда почему мы ведем этот разговор? Я не знаю. Забудь об этом. Уже забыл. Настенька, привет. Перемотка на более поздний участок памяти. Так. Слушайте, ну... Дело сделано. Значит, у меня есть вопрос. Вопрос очень простой. Да, перемотать. Вы можете использовать незаметные убийства, чтобы... Не-не-не, ребят, попозже камеру включу, камеру забыл подрубить. Есть новости, Альтаир? Так. Гарнье де Наплус мертв. Отлично. Впрочем, и новые результаты я и не ждал. И все же. Что такое? Доктор утверждал, что занимается благим делом. И на самом деле его пленники были благодарны ему. Не все, но достаточно, чтобы задаться вопросом, как ему удавалось сделать из врагов друзей. Вожди всегда найдут способ подчинить себе других. Это и делает их вождями. Когда слов недостаточно, в ход идут деньги. Когда не помогают и они, используются угрозы, обман и прочее. Существует растение, Альтаир. Травы из далеких краев, лишающие людей разума. Наслаждение ими дарующееся так велико, что с их помощью можно поработить человека. Вы считаете, что эти люди были одурманены? Да, если все было так, как ты описываешь. Травы. Странный метод управления. Наши враги обвиняют меня в том же. Обещание рая. Они думают, что это сад, в котором вас ждут женщины. Спасибо и удовольствие, спонсор, что я одурманиваю вас и сулю вам райское блаженство. Они не знают правды. Как и должно быть. Но если бы они знали, что мы всего лишь хотим мира, то они бы не боялись нас, и мы бы не справились с ними. Ступай, продолжай работу. Вебку сейчас, ты, ребят, включу чуть-чуть попозже. Ты вновь повышен в звании, и тебе возвращена еще часть снаряжения. Какая? Мы поговорим, когда погибнет следующая жертва. Какая часть? Покажи. Опа. Нихера себе. Мне надо, такое нравится. Метательные ножи. Удерживайте кнопку и shift. Так, поехали. Арабская ночь.
Нормально. Так. Мне вот это интересно, вот это, кстати. Подождите-ка. Да ёпта, дай залезть сюда. Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? В принципе... Подождите, как? Великолепно! Великолепно. Не пойму, как клинок. Понимаю, в принципе, у тебя много дел. В принципе, более-менее здесь понятно. Ну, вообще, по-хорошему, ребят, в этой игре... Гусев, спасибо огромное, брат. Сань, спасибо. Понимаю, у тебя много дел. Так, у меня теперь вот один-единственный вопрос. Это... Сфокусируйтесь на цели! Не отвлекайтесь! Так, у меня теперь один... Ни хрена вы, блядь, демоны. 6-8 лосей. Норма. Так, я теперь думаю, как нам быстро, именно быстро, неужели нету быстрых переходов? Допустим, как можно быстро... Как можно быстро, допустим, щемануться и перейти в нужную нам локацию? Или мне нужно прям вот бежать каждый раз вот так? Он зашел с ума. Зачем он это делает? Сань, не пропустил. У тебя баганная версия. У меня версия со Стима, друг. Я не пользуюсь какими-то этими. Ты напугал меня. Саус, не буду я ничего делать, забей. Сейчас бы ёпта герцовку монитора уменьшать. Мне очень интересен здесь сам сюжет в этой игре. Прям максимально интересен. Здесь очень интересно, чем вообще это закончится. Бля, где лошадки? Здесь раньше вроде лошади стояли. А, вот. Тыгидинь, это появится позже. А, ну ясно все. Дальше по сюжету будут. А! Я понял. Позже сможешь ТП делать. Ну и все, ништяк. Да не, в принципе, оно мне сейчас-то и не нужно особо, ТПшка. В общем-то и так все крутяк. Четенько. Забирайтесь на высокие здания, чтобы осматривать. Так, вот, собственно, и наша тема, да? Канэ, спасибо огромное. Ёпта, ничего, 1500 километров, что ли, чапать? Да вы гоните. Или метров? Не, метров. Слушай, неужели столько реально скакать?
А, ну, в принципе, здесь не так долго. В принципе. 7000 лайков уже поставили. Спасибо. ВК не сделала повещалку. Да, пох, в принципе. Сейчас чуть попозже сделаю. Бля. Да не надо меня убивать. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Так, а здесь нам не пройти, это нам получается вот здесь надо обходить. И где-то направо должен быть этот. Во. Понеслась. Слушай, да не, я думал дольше скакать, я думал там минут 10 скакать. Здесь, в принципе, все близко. Ёпта. О-о-о-о, тормози. Тур-дур-дур-дур-дур. До свидания. Я зря подписку покупал, почему? Все вроде вижу, все слышу. Так. Так, ну мы почти приехали, кстати. Вторая часть, но во второй части уже, наверное, графоний получше, конечно. Бля, как туда подняться-то, подожди. Понял. А как туда зайти? А, здесь эти петушары-крестоносцы, что ли? Тьфу, блядь, а как туда подняться-то? Не потеряйте его! Может, сюда и как-то налево? Погодите-ка, может, вот эта вот дорога? Может, и нет. Пожалуйста. О, нашел. Да, это оно. Бабушке своей расскажешь сказки. Вы можете использовать незаметные убийства, чтобы... Не, Ваня, я этого не буду делать, спасибо. Такс, ну, мы с вами на месте. Ари. Так, секунду. Нам с вами здесь нужно расследование. Так, а вот теперь есть вопрос. А куда дальше-то? Я так понимаю, это вот эти, да, квесты? Угу. Угу. Интересно. Пока не пойму, куда идти, но... Окей, давайте в город. Дальше разберемся. Слушай, ни хрена себе здесь народу. У кого ложь, тот и прав. Новые правила. Опа. Нельзя ли поосторожнее? А, нужно эту вышку открыть. Я понял. Сейчас вышку откроем. Я забыл, что здесь вышки решают. Мужики, мне просто спросить. Уйди. Уйди, бля. Да уйди. Я просто спросить. Не надо.
неверный! Умри! Пощади! Хватайте его! Хватай, сейчас, да, страхуйте! Уди! Гнусный неверный! Я поймаю! Рублю голову! Насилие не... Отогнать его! Наебав всю стражу! И у меня на пути! Да что ты будешь мне рассказывать? На пути, не на пути... Я догоню тебя! Догонишь, догонишь. Догонишь, мой хороший. Дурачок камнями кидается. Я поймаю. Не пойму, вы хотите что, зарамситься, что ли, со мной? От сосасином хотите зарамситься, вы хорошо подумали? Опрометчивое решение, мужики. Ух ты, бля. У тебя шапка, ты, походу, делал крутой какой-то, да? Пустулечек. Сука какая, а? Ладно, блядь. Шапка не спасла, проверяйте. Я же вам сразу сказал, дайте мне залезть. А вы мне чё? Нет, нет. Так, мне интересно, вот как вот здесь дальше. Бля, он сюда, наверное, не залезет. Покажись. Подожди-ка, а вот здесь вот есть... Нет, тоже не то. Хорошо, ты подожди. А если кто вот знает, по вот этой что сетке? Готовит будущее? Что за беды могут подожди-ка прийти завтра? Защититесь мимо, спасибо от неизвестности. Защитите тех, кого любите. Оп. Работайте и будете оп награждены. Оп. Талал обещает. Оп. Вам больше не оп нужно терпеть лишения. Любой, кто способен работать, может м-м прокормить себя. Подходите, спрашивайте. Я расскажу, что может предложить вам Талал. Угу. Мы живем в непростые времена. Пищи мало, денег нет, но вы не обязаны склоняться. Для тех, так, здесь сейчас все откроется. Всегда найдутся возможности. Талал знает о вашем бедах. Он даст вам то, чего вам не хватает. А все, что он от вас просит, честный труд. Так. Небольшая цена за достойную награду. Ни шагу! Кто знает, что готовит будущее? Что за беды могут прийти завтра? Защитить... Так, что нам открылось? Все, вот оно, вижу, бюро ассасинов. От неизвестности. Предлагаю сразу же... Защитите тех, кого любите. Работайте. Предлагаю сразу же Талал в него обещает втекать. Вам больше не нужно терпеть лишения. Любой, кто способен работать, может прокормить себя. Подходите, спрашивайте. Я расскажу, что может предложить вам Талал. Тебе здесь делать нечего. Уходи. Так. Подходите, посмотрите на мои товары. Вы глазам своим не поверите. Я тогда также картошку в Зеленограде продавал. Покинь это место. Когда мелким был, с дедом ездили. Рассказывал всем, что у меня самое лучшее. За это ты поплатишься жизнью. Скажете вы. Но я говорю, слава! Слава, как говорится, сами знаете, да. Так. Оп. 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 Так, а бюро где-то уже вот здесь. Проклят христианский король. Фиксирую. Оп. А вот и бюро. Мира и покоя, Малик. Твое присутствие лишает меня и того, и другого. Спасибо. Что нужно? Аль-Муалим сказал. Сказал, что ты должен выполнить несколько заданий, чтобы искупить вину. Хорошо? Скажи, что ты знаешь о некоем Талале. Это твоя работа — находить и убивать людей, Аль-Таир, а не моя. А твоя — помогать мне. Его смерть пойдет на пользу всей стране. А тебе она не пойдет на пользу? Это тебя не касается. Как раз твои действия меня касаются. Можешь не помогать. Я сам его найду. Эх, постой. Я не могу допустить, чтобы ты шатался по городу, словно слепец.
Я расскажу тебе, где искать. Угу. Я слушаю. Три места. На юге на рынке, что разделяет еврейский и арабский районы. На севере близ мечети. И на востоке перед церковью Святой Анны, рядом с воротами Баб Ариха. Это все? Этого достаточно, чтобы начать поиски. И больше, чем ты заслужил. Родной, тебе ты прям... здесь не место, Альтаир. Займись делом. Найс. Угу. Угу. Подожди, я же вроде перо нажал взять. Почему перо-то не взялось? Алло. Понял. Впавший в немилость вернулся. Ты выполнил задание? Нет, еще нет. Мне нужно многое узнать. В этом я согласен. Бля. Странно, почему за этого? Вроде же перышко сначала должно даваться. Так, окей. А, что у нас есть? Допрос. Угу. Причем он где-то близко, прям максимально близко. Что такое крикливый-то? Где-то близко он. Где-то очень близко. Текс. Кажется, я видела все, что можно. О, нет! Дама узнает о вашем деле. Он даст вам то, чего вам не хватает. А все, что он от вас просит, частный труд, небольшая цена за достойную награду. Кто знает, что готовит будущее? Что за беды могут прийти завтра? Защититесь от неизвестности. Защитите тех, кого любите. Работайте и будете награждены. Талал обещает. Только сегодня. Скидки. Кто знает, что готовит будущее? Что за беды могут прийти завтра? Защититесь от неизвестности. Защитите тех, кого любите. Работайте и будете награждены. Талал обещает. У меня есть то, что тебе нужно. Сейчас мы потихонечку за ним пройдем. Главное, чтобы стражники не увидели. А стражников вроде здесь нет, да, нигде? Не умрешь! Мне нечего тебе сказать. Говорить со мной или со Всевышним? Решай. Ты не остановишь то, что он делает. Не остановишь. Что? Что он делает? Готовит их к путешествию. К чему? И куда же? Их держат на его складе. Когда придет время, их отправят в Акр. Где этот склад? И почему в Акр? Талал говорит мне лишь то, что мне нужно знать. Так безопаснее. Может быть, для него, но не для тебя. Бан. Ар, спасибо огромное за 100. Такс. Неплохая инфа. Окей. Что... Мне интересно, куда вот теперь? А, подожди, у нас здесь закрыта точка обзора. Ну, давайте на точку обзора. Щеманем сейчас, в принципе, давайте вот сюда. Ты видел раньше такое? Мне не доводилось.
только сегодня. Скидки на все товары. Сюда, подходите. А ну-ка. Оп. Ваши поиски закончены. Так. А, мне, кстати, в комментариях так вроде и не написали, сколько всего проходить Assassin's Creed. Смотри-ка. Сколько геймплея в первой части? По-моему, никто не писал. Ты смеешь красть у меня на глазах. Так, вот вышка я вижу. Поплатишься жизнью. Убирайся. Сейчас уйду, не переживай, родной. Грязный воришка, увидишь, тебя отрубят руки. Угу. А ну-ка, оп, оп. Пусти меня. Умри, вор! Такс. Подожди, а где же здесь залаз-то? Почему ты так со мной? Что я сделала? Батюшки. Вор! Грязный вор! Да нет здесь воров. Белый, ты же что? Ты смеешь красть у меня на глазах. За это ты заплатишься жизнью. Умри, вор! Хм. Бля, еще что ли выше? Вор! Грязный вор! Охренеть. Not bad. Залезь! Риба, спасибо за сапку. Ну залезай, ебёную мать. Ты что там залип-то, родной? Я, конечно, понимаю, что красиво, но не настолько же. Не, первая часть меня интересует, ребят, чисто геймплей. Меня интересует именно... Грязный воришка, увидишь, тебя отрубят руки. Здесь меня интересует чистоганом сюжет. Руки. Так, что мы здесь с вами открыли? Опа! А вот и задание информатора нарисовалось. Ты смеешь красть у меня на глазах? За это ты попал... Чепоник. Вебка, ребят, сейчас прям чуть-чуть попозже будет. Красть у меня на глазах? За это ты поплатишься жизнью. Да в смысле? Он же там зацепиться должен был. Ай, ладно. Быстрый спуск тоже спуск. Так, а кого здесь убить? Подождите. Ага. Мир тебе, Альтаир. Непростые времена настали нынче, а? У меня куча неприятностей. Мне нужно было расследовать исчезновение людей в богатом квартале. Но приспешники Талала меня заметили, и теперь мои дела плохи. Ты сможешь убрать их с дороги. Взамен я кое-что тебе расскажу. Легчайше. Так, уничтожить все цели. Слушай, дядь, сколько ж ты мне их там наклепал-то? А, все, понял. Я погнал. Оп. Так, где-то вот здесь, вот прям рядышком. Где-то подо мной. Я так думаю, это рынок. Пожалуйста, господин, подайте. Угу. Оп. Ты правда очень мудр, раз решил обратиться к нам. Внимайте мне, граждане! Если вы устали от низкокачественных товаров, все ко мне! Мой товар! Все, я понял. Это, короче, придется вот здесь вот заходить. Чертов дурак совсем выжил из ума! Все, я понял. Вижу. А где-то здесь 30 метров осталось до типа. Извини и убедись. Где же он, на этой улице или нет? Соседний. Люди, подходите, посмотрите на мои товары. Здесь. Я хочу есть. Может, тебя заинтересует вот это? Нет, правда, это далеко не все, товара полно. Я так думаю, вот он. Люди, подходите, посмотрите на мои товары. Вы глазам своим не поверите. Один. Обошел кучу торговцев и не один отлетел. Уходи-ка, пока я не рассердился на тебя. Ушел, 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 базаришь. Да проклянет Аллах того, кто это сделал. А кто сделал? Не знаю, не знаю. Подходите, смотрите мой товар. Все свежее и по отличной цене. Свой дом. Но я говорю, плохо человеку, скорую, скорую. Человеку плохо. Блин, бедный. Не, ну жарко, ребят, жарко. Конечно, на улице
На улице сейчас погода, конечно, вообще да просто атас. Аллах того, кто это сделал. Где ты? Очень жарко. Дело сделал. Господин, Альтаир, ты смог устранить тех, кто заметил меня? Прекрасно. Вот что я узнал про Талала. Это известный работорговец. Он занимается своими темными делами в северной части города. Стражникам он платит дань, так что те на все смотрят сквозь пальцы. Но теперь я уверен, совсем скоро его постигнет незавидная участь. Спасибо тебе, Альтаир. Россия без коррупции, ясно все. Это не добрый. Все ясно, ничего нового. Угу. Так, нам бы на самом деле, наверное, еще одну вышку надо открывать, потому что мы так хер что найдем. Так, давайте вот здесь вот так сделаем. 46 метров, где-то она... Подожди, где вот орел летает? Вот орел. Армия неверных. Они пошли против воли Бога. Что, не пойму, где вышка, хоть убейте, блядь. Вот это что ли? Да ладно. Остаются там, где проходят они. Первый раз такую вышку вижу. Говорят, у них высшая цель какая? Ты это видел? Подожди, а мы вот отсюда допрыгнем? Насилие, безумие. Допрыгнем. Мы должны дать им отпор. Не понимаете, у меня совсем ничего любой нет. Любой ценой. Бля, я не пойму. А, вон она, господи. Севера идет. Первый раз, ребят, такую вишку вижу. Армии неверных. Смерть и ужас несут они нам. Салах один скачет им навстречу, дабы остановить их и отомстить. Бля, все увидел. За варварские деяния. Увидел, где окно. Так будем же молить Бога. Тебе что-то нужно? Чтобы он вернулся с победой. Что он делает? Чертов дурак совсем выжил из ума. Ёпта, где подниматься-то мне? Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Если тебе дорога жизнь, не делай так больше. Скажите вы, но я говорю, слава! Слава! В служении Господу! Да ёпта, да залезь ты на неё, алло! Нет, ты напугал меня. Блять. Мои родные больные пухнут с голоду. Подайте пару монеток. Пожалуйста, господин, подайте. Он точно разобьется. И я вовсе не стараюсь ему помогать. Эндрю, спасибо. Да ты прикинь, ты, я не могу залезть, блядь. Ассасин, ты чё, родной, ты лазить разучился или чё? За варварские деяния. Так будем же молить Бога, ничего чтобы себе. Он вернулся с победой. Сейчас, секунду. Будь проклят христианский король и его армия неверная. Почему ж мы здесь-то не можем залезть? Пошли против воли Бога. Вроде подъем-то ли простой. Платят за это. Лишь он страдания и боль остаются там, где проходят они. Подождите-ка. Они говорят, у них высшая цель какая? Да. Невежество. Да в смысле, блять? Безумие. Мы должны дать им отпор. Я вообще не пойму, как туда залезть. Не понимаю, чего он хочет. Здесь же вот выступы, видно же то, что есть. Он нашел в себе силы встать на защиту нашей великой цивилизации. Знайте, сейчас, погодите, первый раз такую увидел херню. Не, ну вот здесь вот понятно то, что вот на крышу вот он проход, а как дальше-то? Мы должны... защищаться. Очень странный тип. Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит Яфу, так. Его уже не остановить. Он да войдет блять. В Иерусалим. Что он делает? Мы не должны дать ему что возможность за сука, а? Сделать это. Этот город наш, он всегда был нашим. И твою наш мать. Долг... Сюда, защищать его до самой смерти! Какой-то затуп реально начался. Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Да зацепись, долбоёб! Ничего себе. Но я говорю, слава! Блять. Умереть в служении Господу, сражаясь за то, во что мы... Нахуй эта вышка идет. Нет участи славнее. Бля, я реально не пойму, как там залезть. Паркур вообще, по ходу дела, мое второе имя.
Я ни в чем не виноват. Вот он здесь идеально лазит. Я не знаю, что там за дичь за такая. Учи этому в другом месте. Вот вообще четенькие вышечки. Раз, 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 прыг, прыг, прыг. Все везде залезает, все везде лазит. Вот, вот, вот. Но здесь, наверное, сейчас вряд ли мы что-то увидим. А, нет. Сушка, прям под нами. Смотри, задание. Просто прям под нами. Удачненько. А, это в храме, короче. Это, короче, в храме. Алекс, спасибо за сап. Это, короче, в храме. Ты ничто. Аллах отвернулся от тебя. Пожалуйста. Вход вот здесь. Эй, я тебя где-то видел. А? Тебе не следует стоять. Ну, неверно, неверно, умри! Это нет, ему конец! Сиди, пьете его. Помогите! Я! Я поймаю! Найс, подслушали. Где лавочка? Куда в лавочку-то дели? Бля, сядьте на скамейку. Я знаю, ты где-то здесь. Всемилостивый Аллах. Слушай, а здесь лавочек нет. Я хз, куда сесть? Что? Кто это сделал? Кто это? А, во. Ты ничто. Аллах отвернулся от тебя. Я ни в чем не виноват. Зачем? Аллах с нами стоит. Где ты? Я знаю, ты где-то здесь. Матрос, если бы не деньги, я бы давно ушел. Ты или слепец, или глупец, или все вместе. Почему ты так говоришь? Ты не видел, что произошло? Нет, видел. На наш караван напали, и он сбежал, ничего не сделав. Нет, не сбежал. О чем ты говоришь? Ты помнишь, что случилось с двумя атаковавшими нас? Их убили наши лучники, хвала Господу. Не лучники, а он один. Хочешь сказать, он спас нас? Да, он поднялся на возвышенность и застрелил врагов из лука. Я не знал. Этот человек мастер-лучник. Запомни это. Мастер-лучник. Понимаю. Так. Так-с. Бюро ассасинов, кстати. Уже дали задание, да, я так понимаю? Поехали. Где то? Ты от меня не уйдешь! Ой, мать. Салах один скачет им навстречу, дабы...
Понимаю. Ничего страшного, у меня свой спуск. Слава Салах ад-Дину. Он нашел в себе силы встать. Мы люди простые, если даже что-то не работает. Знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления. Мы где угодно залезем. Неверный король хочет привить нас да всех до единого. Мы должны защищаться. Что-то у меня с лазанием. Увидишь, тебя отрубят руки. Все печально. Будь проклят христианский король и его армия неверных. Они пошли против воли так. Бога, и они заплатят за это. Малик. Пришел тратить мое время? Я нашел Талала и готов приступить к заданию. Это решать мне. Хорошо. Вот что я узнал. Талал торгует людьми, похищая иерусалимцев и продавая их в рабство. Его база на складе в башне к северу отсюда. Сейчас он готовит к отправке очередной караван. Я нанесу удар, когда он будет осматривать товар. Если я проскользну мимо стражи, Талал станет простой мишенью. Простой мишенью? Какой же ты самоуверенный. Ты закончил? Тебе достаточно того, что я узнал? Нет, но придется смириться. Тогда хватит быковать, дай мне перо и извинись, падла. Отдохни перед заданием, подготовься. Можешь поплакать в уголке. В общем, делай, что хочешь, но только тихо. Плакаю сейчас. Перемотка на более поздний участок памяти. По факту, да, Steam молодцы, ребята. Люди говорят, в пиратках нет такого бага. Но, Steam. Чё нам, дуракам? Убийство. За это ты поплатишься жизнью. Поехали. Текс. Поплачь, говорит, в уголочке. По идее залезть, да? На защиту нашей великой цивилизации. Знаете, что мы сражаемся, дабы избежать истребления. Неверный король хочет перебить нас всех неплохо. До единого. Ничего страшного. Мы должны. Я уже смирился с этим. Steam версия, да, ребят. Если что, это такая Steam версия. Зачем он это делает? Я человек простой, я уже смирился с этим. Так. Я уже привык. Поначалу это, знаешь, идет бомбление, первая стадия, потом смирение. Тебе здесь делать нечего. Уходи. Эть. Чёрный дурак совсем выжил из ума. Учи этому в другом месте. Тихо, пацаны. Что он делает? Вас здесь многовато, по-моему. На помощь! Помогите кто-нибудь! Глупый старик. Не трогай меня, пожалуйста. Прям вот реально перебор. Пожалуйста, хватит. Мне больно. Неверный. Здоров. Зачем ты это делаешь? Так, подождите, как же вам? Не трогай меня, пожалуйста. Ага, это получается нам... Ты учишь людей этой мерзости, богохульник! На помощь! Помогите кто-нибудь! Ты меня раздражаешь! Пацаны, мне, по ходу дела, просто... Неверный! Да, я рубануть с вами. Есть! В сторону! Есть! Живо! Я готов справиться! Беги, пока можешь! Я себя. Бери, я не видя. Seni gözüm kapalı bile yenerim. Ни хера вы дерзкий, ёпта. Kime böyle yemek istiyorsun?
Бля, еще одни поехавшие, да ну нахер. Ой, бля, опять в дурку я попал, да что ж такое. Шайтан всюду вокруг нас, смотрит, ждет, искушает нас. Ой, не понял. Ну что, работорговец, не называй меня так. Я только помогал им, как помогли мне самому. Пленив их, ты не сделал ничего хорошего. Пленив? Я просто обеспечивал им безопасность, готовя к долгому путешествию. Путешествию? Они стали бы рабами. Ты ничего не знаешь. Ошибкой было приводить тебя сюда. Я думал, ты увидишь и поймешь. Спасибо за подписку. Я понял достаточно. Покажись. Спаси меня. Кто? Дениска, ты ли это? А, ты хочешь увидеть человека, который привел тебя сюда? Ты не привел меня. Я пришел по своей воле. Твою мать. Посмотри, здесь сколько. Вот как. А кто открыл дверь? Расчистил путь. Тебе не пришлось обнажать клинок против моих стражников, вон, верно? Давай. Верно. Я все сделал сам. Шагни в свет, и я окажу тебе последнюю услугу. Заебись, услуга. Сучий лучник. Вот я стою перед тобой. Чего ты желаешь? Спускайся. Поцелуй. Это будет честная битва. Залупа. Ну почему все надо решать насилием? Похоже, я не могу помочь тебе, ведь ты сам не хочешь помочь себе. Я не позволю ставить под угрозу мою работу. Ты не оставляешь мне выбора. Ты должен умереть. Ясно, тёлка. Может быть, вы умрете, нет? Это научит тебя не вмешиваться. Сосете. Бля, вот эти вот непростые стражники. Суки какие. Серый пошел. Бля, сколько же их там лезет-то, ёпта. Я что с вами сегодня? Где этот? Уберите его от меня! Ну, сука. Сюда идешь? Хуя! Это что было? Блять, ты... В смысле? Понял, блять, что? Мать твою, кто такой? Что, утырок попался-то? Страх отсутствует. Сейчас мой хороший папа идет. Сюда идем. Убери,
должны драться. На помощь! Стража! Отпусти меня! Прочь! Бан, блядь! Больше тебе некуда бежать. Расскажи, что ты задумал. Я выполнил свою задачу. Братство уже сильно, и моя смерть не остановит его работу. Что за братство? Аль-Муалим не единственный, у кого есть планы на святую землю. Это все, что ты от меня узнаешь. Тогда мы закончим. Боги давно оставили... Молись своим богам. Давно оставили тех мужчин и женщин, что я брал себе. О чем ты говоришь? Нищие, шлюхи, наркоманы, прокаженные. Хорошие из них выйдут рабы. Дай мне выполнить самую простую работу. Я не продавал, а спасал их. А ты уничтожил нас, потому что тебе так приказали. Нет, ты наживался на войне, на поломанных жизнях. Да, ты так думаешь, закосневший в невежестве отгородил свое сознание от всего происходящего, да? Говорят, в этом вы мастера. Ты видишь в этом некую иронию? Слушайте, это отчасти вообще работяга. Нет, пока нет. Ну, увидишь. Слушайте, что-то у меня начинают мысли. Тихо, тормози. Стража, этот человек убийца! Нет, у нас здесь убийцы. Обошел кучу торговцев и не нашел ничего. Какого вы нашли? А где, кто убийца-то? Расскажи. Блядь, что ты, сука? Да нету здесь убийц в городе, город! Убийца-то убийца. Первый такой, как скажется. Ветка, ребят, сейчас следующая серия. Трагедия, скажете вы. Иди, мой ёпта, нетерпеливый друг. Иди, мой хороший, я тебя отоварю. Ёпта, вам тут бодро прибежало. Стим, да, ребят, но это Steam-версия, но ничего страшного. Альтаир, я рад видеть, что ты вернулся к нам. Как прошло задание? Дело сделано. Талал мертв. Да, я знаю. На самом деле весь город это знает. Ты забыл, что такое утонченность? Хороший ассасин заботится о том, чтобы его работе узнали многие. Нет, хороший ассасин держит все под контролем. Мы можем спорить о деталях сколько угодно, Малик. Но факт в том, что Малик вообще калит просто. Кого калит, лайк тоже поставьте. Затрахал просто. Что ж, иди. Ступай к старику. Посмотрим, чью сторону он примет. Угу. Я ему так расскажу, как ты его назвал. Перемотка на более поздний участок памяти. Я что-то не понял, в смысле? А, ну вот, портнуло, да. Я же испугался, думал, мне пешком сейчас идти. Черт возьми, в чем еще дело? Странные показания термометра. Похоже, что анимус перегревается. Черт, ну почему всегда так? Сколько еще? Пока не знаю. Это неприемлемо, мисс Стилман. Я хочу получать отчет о работе каждый час. Дезмонд, это затянется надолго. Самая почему бы вам не прилечь? Отдохните немного. Прилечь?
Прилечь, конечно, это хорошо, но хотелось бы, чтобы меня выпустили отсюда. И тогда было бы вообще все великолепно. Ну, давай. Что за черт? Здесь кто-то был. Похоже на какой-то код доступа. 228-54. Вроде бы все правильно. Проснитесь и пойте, у нас впереди долгий день. Вы необычно жизнерадостны. Мисс Стилман внесла кое-какие изменения в анимус. Теперь вы сможете дольше оставаться в нем. И искать ваше сокровище? Это серьезно, мистер Майлз. Не думаю, что вы понимаете, какую серьезную работу делает Абстерго. Может, потому что я не знаю, чем вы занимаетесь? Мы меняем мир. Каждый день. Сотнями разных путей. Вы знаете, что почти всем открытиям последнего тысячелетия, медицинским, механическим или философским, мир обязан Абстерго или ее предшественникам? Смелое утверждение, док. Вы не преувеличиваете? Ни в коем случае. Конечно, мы не стремимся заявлять об этом. Это бы вызвало слишком много подозрений. Мы аккуратно выбираем посредников. Зачем? Разве не ясно? Чтобы управлять событиями. Но как? Чем вы лучше других? Настолько умнее, что изобретаете все подряд, а мы, жалкие смертные, не способны ни на что? Честно говоря, мы не изобретаем. Мы находим. Угу. Находите? Это дары, мистер Майлз. От тех, кто пришел раньше. Мы теряем время. Поговорим об этом позже. Какую-то он мне херню, по-моему, прогнал. Доброе утро. Ага, привет. Блин, а никуда выйти не могу, к сожалению. Она со мной разговаривать не хочет. Слушайте, а вот эта комната, наверное, для меня закрыта, да? Лягте, пожалуйста. Окей. Метательные ножи поражают врагов издалека. Подойди, Альтаир. Пока все идет хорошо. Трое из девяти мертвы. И за это тебя можно поблагодарить. Но не время почивать на лаврах. Твоя работа только начата. Я жду приказаний, повелитель. Король Ричард, вдохновленный победой в Акре, направляется на юг, в сторону Иерусалима. Салах ад-Дин, несомненно, знает об этом и собирает армию у разрушенной цитадели Арсуф. Вы хотите, чтобы я убил обоих? Закончил войну до того, как она начнется? Нет. Сделать так, значит, рассеять их армии и столкнуться с яростью 10 000 воинов, не знающих, что им делать. Ёпта. Нет, вот это не надо. Они встретятся еще не скоро. А пока армии в походе, они не сражаются. У тебя более срочная работа. Люди, которые правят, пока их нет. Назовите имена, и я пролью их кровь. Запоминай. Абу-эль-Нуквот, самый Раз. Богатый человек Дамаска. Машт ад-Дин, регент Иерусалима. Вильям Монферрат, сеньор Акра. Три. В чем их вина? Жадность, невежество, убийство невиновных. Послушай людей, живущих в их городах. Ты многое узнаешь о грехах правителей. Они препятствуют нашей цели – установлению мира. Тогда они умрут. Еще один из твоих предметов восстановлен. Забери его. И возвращайся после каждого убийства. Так мы сможем понять намерения врагов. Угу. И будь осторожней, Альтаир. Твои действия взбудоражили городскую стражу.
Они будут более подозрительны, нежели раньше. Окей. Плюс перчики. Получена новая способность. Схватиться за уступ. Нажимайте Shift. Окей. Что делает этот глупец? Кого бежит этот глупец? Ног собьет. Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Мне сейчас интересно, где... Понял. Удерживайте кнопку 1. Подождите, кнопку 1. А, когда враг пытается схватить вас, чтобы выйти из захвата? Подожди, а почему я не могу выйти? Сейчас, секунду. Блять, я же нажимаю. Странно. А, во, понял. Все, услышал. Ну-ка еще разок. Работа, мастер. Понимаю, у тебя много дел. Понял, принял. Здесь и сейчас. Мне вот метание ножей интересует. Нажмите один. Кнопка ноль, ёп. В смысле, а что это за кнопка ноль такая? Ноль. Подождите, а какая здесь кнопка ноль? Вот это, бля, интересно. Центральная, центральная — это третья кнопка. Вот она. Чпоник. Угу. То есть, короче, я вот могу. Вот так, ученики, мы и должны сражаться. Все, я понял. Найс. Рублю голову. Слушай, неплохо. Угу. Понимаю, у тебя много дел. Сфокусируйтесь на цели. Не отвлекайтесь. Так. А вот теперь у меня вопрос. А как мне телепортироваться? Ну, сейчас-то должен быть телепорт. А, вот, пожалуйста. Во. Все, я понял. Есть. Спасибо. Метательные ножи поражают врагов издалека. Так, друзья мои, а на этом серия подходит к концу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ссылочку на плейлист этой прекрасной игры найдете внизу в описании. Ну, а я, наверное, пройду еще сейчас пару серий. Не забывайте, ребят, то, что стримы, все расписание стримов можете найти в нашем телеграм-канале Hard Insight, Hard Playstyle.ru, наш мерч. Удачи! Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.